Игровую площадку для пациентов отделения онкогематологии открыли в детской многопрофильной больнице. В этот день здесь прошел настоящий праздник. Малыши оценили отдых в детском городке и поделились впечатлениями с нашими корреспондентами. Бария Тубрынская продолжит. Карине Мазановой 8. До сих пор ее жизнь в больнице ограничивалась дорогой от палаты до процедурной. Курс лечения от нескольких недель до полугода. Дети здесь практически живут. Лежим в палатах. Когда подруги выходят, обычно я тоже к ним выхожу, и мы начинаем тут играть. Когда сегодня принесли эти игры, мы были очень сильно рады. Под перевязкой у девочки катетер, поэтому пока не до подвижных игр, а рядом развлекаются те, кому можно. Детский городок, который теперь украшает отделение онкогематологии, обошелся в сумму порядка 500 тысяч. Это подарок от тех, кто уже давно опекает больных детей. Очень много приходит сюда волонтеров, очень много активистов, других фондов, которые оказывают различную помощь, там рисуют, лепят с детьми, занимаются творчеством. Вот, ну и в очередной раз это очень давний и близкий друг нашего фонда Сабигат Нурова, которая изъявила желание создать вот такой вот детский мини-городок. Эта идея вообще вынашивалась очень давно, сделать вот такую вот зону в этом отделении. Наверное, больше года мы об этом задумывались, и вот сейчас нам удалось, значит, воплотить это в жизнь. Участвовали многие мои родные, друзья, коллеги, партнеры, подписчики. Все участвовали, все, кто мог. Игровую площадку открывали торжественно. Для детей накрыли сладкий стол и пригласили аниматоров. Детей и от мамочек огромное вам спасибо. Похлопали! Давно известно, онкология боится радости и позитивного настроя. Это хорошо знают врачи, которые сегодня достигли немыслимой 80-процентной планки. Такова доля выздоравливающих в отделении. Есть такие даже научные исследования, когда хороший положительный настрой детишек поднимают иногда лейкоциты. И мы замечаем, что после очередного праздника детские игрушки, когда детишки получают, у них повышается настроение, химиотерапия проходит очень безболезненно. Больница без внимания благотворителей не остается, но дополнительная помощь тут лишней никогда не будет. На сегодняшний день в республике на учете состоит 514 детей с онкологией крови. Бария Тубрынская, Ибрагим Магомедов, Время новостей.